Вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Любой человек подвержен унынию. Просто кто-то может с этим справиться, а кто-то нет. Поэтому, на мой взгляд, как бы вам ни было трудно, нужно продолжать идти вперед. Ставьте перед собой какие-то цели и добивайтесь их. И пусть даже эти цели вам кажутся маленькими, незначительными, но каждый раз, когда вы добьетесь своей цели, вы будете чувствовать все больше уверенности в себе. Конечно, у вас будет очень много неудач, и вы очень часто будете терпеть поражение. Но если вы не сломаетесь и продолжите двигаться вперед, то рано или поздно вы обязательно получите то, чего хотели.